Продолжаем. Шестеро малышей родились в Атрауской областной больнице номер 2. Беременна с COVID-19. Двое из новорожденных находятся под контролем неонатологов в областной перинатальном центре. Состояние малышей и их мам стабильное. Об этом сообщила заместитель директора по лечебной работе Атрауской областной больницы номер 2. За последнюю неделю в модульном стационаре Атрауской областной больницы номер 2 родились 6 беременных женщин. Роды у 3 из них прошли через естественные родовые пути, а у остальных 3 путем планового кесарево сечения. В связи с тем, что мамы 2 детей, которые родили путем кесарево сечения, находятся в реанимации, их малыши были переведены в областной перинатальный центр. А появившиеся сегодня на свет путем кесарево сечения 2 мальчиков близняшек находятся рядом со своей мамой. Матери на сегодня получают необходимое лечение. В целом их состояние стабильное.